Сцена возвышается, как остров. В круге света пианист расправил плечи, руки положив на остов клавиш черно-белых и ударил по нему, внезапно поднимая на поверхность остротой кинжала, вверх и вниз размашисто срезая тишину, идущую из зала. Пальцами затягивая остров, струны ветра в облачную стаю, и легко, невероятно просто мир бросая под ноги. Плавно выгнул спину, тень изящно с кончика пуанта медленно вращает балерину в сторону раскрытия таланта, превращая длительность движения в несколько небрежном пируэте, в легкого полета продолжение, как и полагается в балете. Чтобы фуэте лететь по кругу, балерина тень свою толкает, и взлетая к небу тянет.